Так, снимаем видео проверки счетчика Гейгера Мюллера СБМ-20 для пана Георгия из города Днепр. Значит, вот данный счетчик проверяем на дозиметре Master 1. Дозиметр абсолютно новый, полностью был вот складского хранения, не был в использовании абсолютно. Абсолютно новый, его разобрал, использовать для проверки счетчиков. Значит, вот данный счетчик, он в термопленке или термоскотче, в общем, таком заводском шел, я его не снимаю. Ну, он как диэлектрик служит, чтобы ничего не дотрагивалось. Вот, запускаем счет, смотрим. Вот, идет подсчет естественного фона. Правильно будет еще, конечно, обернуть фольгой. Вот так вот. Вот. Замеряем естественный фон и покажу, как реагирует на источники разные, на чистую бету и на гамму. Ну вот, идет подсчет естественного фона. Датчик работает, отлично работает. Есть, смотрим, как реагирует на источник. Вот у нас источник чистая бета, урановое стекло. Вот видим, как реагирует. Убираем. Показания остановились. Подношу. Убираю. Остановились. Идет медленный подсчет фона. Еще раз подношу. На бету отлично реагирует. Проверили. Дальше сброс. И на гамма источник. Ну, здесь гамма вместе с бетой, но преобладает больше гамма. Вот, сбрасываем. Ну, еще более бодро набирает, реагирует. Убираю. Показания остановились. Вот, может, включу свет. Так, остановились. Медленно идет набор фона. Ну, еще. Остановились, убрали. Счетчик отлично работает. Все, спасибо за просмотр. Пусть служит, пользуйтесь, обращайтесь. Всем пока.